небольшая такая потасовка, примерно 50 на 50, произошла на складе Wildberries в Подмосковье. Из-за чего, думаете? А из-за бороды. Нет, на самом деле драка началась из-за того, что охранник на входе сделал замечание бородатому сотруднику склада, мол, мог бы и побриться. И тут понеслось. Бородачи против любителей быть гладко выбритыми. Схлестнулись они прям намертво. Пришлось вызывать огромное количество росгвардейцев и полицейских. На склад маркетплейса нагрянули десятки правоохранителей. Драку разняли, а заодно и провели рейд, в ходе которого были задержаны около 30 работников. Мы тут стоим, а почему-то тебя нету. Ты говоришь... Мы всех там. Ты говоришь, что ты участвовал в драке, а почему тебя среди нас нету? Но, судя по словам этих ребят, задержали не всех. Оно и понятно, на кадрах действительно видно, что в драке участвовало гораздо больше 30 человек. Но они не останутся безнаказанными. Руководство Wildberries уже заявило, что все, кто участвовал в этом побоище, будут установлены и уволены. А кто все-таки победил, бородатый или выбритый, пока что не сообщается.